Видеоэкскурсию ивановских школьников признали лучшей на Всероссийском фестивале телевизионного творчества «Телекласс». Видеопанораму сняли шестиклассники 21-го лицея. Ролик рассказывает об известных достопримечательностях, арт-объектах и селфи-маршруте нашего города. Мы хотели показать жителям нашего города прежде всего, ученикам всех нашего лицея и гостям нашего города, как наш город преображается, становится современным, появляются новые арт-объекты, и появляются такие места, где можно делать фотографии, запечатлеть какие-то моменты своей жизни, просто прогуливаясь по этим аллеям. Ролик снимали осенью в течение месяца. Изначально его готовили, чтобы показать на ежегодном праздновании Дня лицея. Позже, когда зрители видеоработу оценили по достоинству, педагоги решили подать заявку на конкурс. Обойдя 37 соперников в номинации «Наш дом Россия», ребята заняли первое место. Ты это, выходи, если что. Очень похож на героя из мультфильма. Вот такой прохожий. Эта клетка у него выполнена из двигателя. Иваново, город спорта, город молодежи. Давай покажем всему миру, что мы можем. Школьники рассказывают, съемки клипа выдались непростыми, но крайне захватывающими. Работали над роликом каждые выходные, каждую свободную минуту. Даже проливной дождь не заставил ребят остановить съемки. На самом деле мы снимали, нам было не так уж и сложно, как мы себе это представляли. Мы подходили к людям, спрашивали, наверное, это было сложностью. Мы не очень как бы общаемся. Мы подходили к людям, спрашивали интервью про эти работы, как они были созданы. Гуляя по городу, школьники показывают туфельку клумбы на Шереметьевском проспекте, скамейку-бабочку, ладонь, держащую дерево и другие арт-объекты. Рассказывают ребята также и об исторических местах города. Я рассказывал про Щедровскую палатку, про памятник Аркадию Северному. Это находится на улице 10 августа, рядом с площадью Революции. Там нужно изучить биографию самого памятника, как оно строилось, возможно, какую-то часть биографии самого скульптора. В планах еще один видеопроект. Ребята и учителя уверены, в нашем городе есть на что посмотреть и что показать. Мария Попова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.